Город Бендеры. 5 августа 2017 год. 9 часов 57 минут. Я нахожусь здесь на улице Ткаченко, на набережной нашего города. Там у нас занимаются йогой. Сказали, концерт будет в 8. Ну это, наверное, все-таки хорошо, солнце сядет. И все будет замечательно. Только что был крестный ход. Я его снял. И говорят, сейчас будут какие-то танцы. Ну, посмотрим тогда на танцы. Что они нам дадут. А пока давайте посмотрим, что все-таки тут за картины. Да и вообще, что тут все. Что тут есть. Итак. Насколько я понимаю, это все-таки, наверное, не Бендеры сегодня представляют. Она какой-то другой город. А вы из Тирасполя? Нет, Днестровский. Просто там йогой занимались и сказали, что из Тирасполя. А я там никогда не был у вас в Днестровске. Я даже не знаю, где он находится. Не, ну далековато. Сколько? 3 часа ехать. Так, ну а мы уж люди местные, и давайте все-таки глянем, что у нас тут. Так, у нас тут гостиница, кто давно не был, тот хорошо знает. Это первая, а за ней вторая. Ну и она, к сожалению, уже переделана под пентхаус. Пойдем, потом, попозже подойдем. Так, тут что у нас? Вот такие вот всевозможные. Это, наверное, все-таки из... Нет, я думал, из сувенирчики вот такие вот нам предлагают. Беспроигрышная вот такая вот лотерея. Лотерея у нас сегодня. А, вот картины я забыл показать. Вот такие красивые картины. Через 7 минут мы начинаем зарядку с чемпионом. Не расходитесь далеко. Посетите наши фотозоны. У кого нет фотографии с веслом, не упускайте свой шанс. Вот еще ровно 7 минут. И будет какая-то зарядка. Посмотрим мы на зарядку сегодня. Регистрационная, творческая, промыслов и ремесел. Но, к сожалению, я не вижу города. Вот это у нас... Даже я не во всех городах бывал. О! Фотографии. А я напоминаю, что зарядку с чемпионом проведет чемпион Молдовы по пауэрлифтингу. Игорь Емельянов, не пропустите такую уникальную возможность сделать зарядку с утра в жару с Игорем Емельяновым. Так, что тут еще у нас? Да, даже Николь не... Так, пойдемте посмотрим, там что-то готовят и кушать будут, наверное. Пойдем тогда в ДК Ткаченко к нашему. Помоги мне, помоги мне, ушел такую злую ночь позади. Видишь, гибнет все.
чемпионом Молдовы попала рейтингу Игорем Емельяновым прямо напротив гостиницы «Приединение». Не расходитесь далеко, пока посетите наши фотозоны. В «Березках» вы можете примерить на себя костюм русалочки и еще много чего интересного. В «Еловой» фотозоне OX Studio замечательные дизайнеры и фотографы предлагают вам свое видение дня Днестра. И на «Крылечке» с прекрасным освещением вы можете примерить любую шляпу и любое весло, так сказать, вживую. Скажите, там в Теремке вроде завтра что-то будет, да? До скольки будет зарядки, чтобы я... А, все, спасибо. Ага, понял. Ага, все. Так, ну я тут долго, конечно, не буду, то это все снять, это тоже надо. Так, ну посмотрим, что тут еще у нас есть. Короче, надо 6 быть. Это самый такой будет. Оптимально этот. Зарядка с чемпионом. А вот сейчас будет зарядка. Так, что у нас тут продают хоть? И вот можно и сувенирчики. О! Пока у них идет тренировочка у детей. Доброе утро всем гостям дня Днестра. А буквально через 2 минутки мы начинаем зарядку с чемпионом World Powerlifting Игорем Емельяновым. Не уходите далеко. А зарядка состоится прямо напротив отеля «Приединение». Площадка возле якоря. Так. Ну, сейчас вот начнется зарядочка. Хотелось бы ее тоже заснять немножко, и тогда уже что будет у нас? Мне нам карате не надо. А вот зарядка не помешала бы. Так, о, что-то я тут все. У нас сегодня день Днестра. Даже я на все не успею. Так, я подошел к Ткаченко, к скверу. Памятнику ВДВ. А, здесь он недалеко. Вот я вижу. Ну да, конечно, я их узнал. Это у нас бендерское телевидение, насколько я помню. Сейчас поближе. Да-да-да. Это наши пацаны. Это наши. После зарядки вас ждет показательное выступление самых настоящих карате пацанов из федерации карате.
следующая развлекательная программа от праздничного агентства «Лукоморье». А в конце эпическая водная битва. Готовьте патроны. Готовим.